Ну, пойдем дальше. Ты только не бегай от меня, потому что ты оттуда. Пойдем к обезьянам. Где обезьян? Папа на ручке. Да, мышку поймал. Конечно, выждешь. Меня надо спустить. Не залезай туда только, Маша, не залезай. Где совы? Покажи мне. Так, куда ты ноги забрасываешь? Вот.
сидим. Я боюсь его. Вот. Ничего себе не бойся. Туда. Мне больше всего белый тигр нравится. Ой, смотри, мы же сыграем. Ой, это, по сути, бюро. Ну ё-моё, вот повернись сейчас. Можешь фотографировать? Подожди! Останавливайся хотя бы на минуту, потому что пока Лёша залезет, сфотографируй. Бобры. Вот, а вот и потом это с палочек. Вот, смотри, плавно. Там плавает. Как выше ты видишь? Я вижу пузыри. Вон они белые. Давай. Ну, Миша, видишь? Несколько прям. А медведи там ты. Не то, что оп. А угу ты вот так смотришь. Вот и прыгнул. Под воду мы. О, смотри, Стёпа, она с нами лежит на спинке. Смотри. Лапки, посмотри, три лапки. Лапка, что, мама? Мама, что? Нет, нет. Мам, ты что творишь?
Алло. Индюк второй, погрейся, выходим. Называют. У вас есть свинки? Смешные. Он у нас спит. Пойдем вон там посмотрим. Ворона морских свинок. Отдыхает. А хороший какой-то сел. Маленькая надушка. Крокодил фотографировал. Ой.
А там сбор. Хорошо, скажи. Таня, ты даже не обратила внимания. Три года бегать. Не дают ему покушать. Он красивый. Смотрите, хамелеон. Я видел, он сколько меня. Как нет, у тебя даже фотографии нет. Где ты ее трогаешь? Какое большое! Да, да. Она в дыре, то есть в сорте. Наверное, могут. Если на ее корабль с тобой. Красный волк. Не просто волк, а красный волк. Фу, ну воняет же от нее. Я не знаю, как.